Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам предоставить обзор модели Королевского Тигра от фирмы ICM в 35-м масштабе. Хочу выразить благодарность компании ICM Москва за предоставленную модель для обзора. Итак, первое, что мы видим, это приятная коробка, красочная большая коробка. Коробка выполнена из твердого картона. Размер коробки действительно внушительный, то есть это будет отличный подарок кому-то, может быть, на день рождения, может, какой-нибудь другой праздник, но я считаю, что достойно будет смотреться. Так, открываем нашу коробочку. На коробке у нас вариант окраски, информация производителя. Все. Далее коробка из твердого картона, что тоже очень хорошо. В коробке мы имеем один пакет, декаль и инструкцию. Коробку уберу. Так, начнем с инструкции. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Формат полноцветная печать, титульный лист глянец, дальше пошли листы матовые. На титульном листе у нас мы имеем описание модели на русском и английском языках. Также у нас используемые краски. Предлагается окраска Ревелом и Тамией, что тоже очень приятно. Так, первый разворот. Это у нас литники, наши литники, которые используются, детали будут использоваться. Далее еще литники. Первое, с чего нам предлагают собирать, это с башни. Сборка башни. В конце видео вы увидите фотографии инструкции. Так, ствол у нас выполнен из двух половинок. Тестовая сборка у нас в группе уже проходила. Никаких проблем не возникло. Вообще, не с данной моделью, не конкретно со стволом. То есть, все прошло отлично. Так, вот у нас еще. Далее у нас пошла сборка ходовой. Сборка. Это низ корпуса у нас. Так, далее пошел у нас еще низ, установка катков, далее установка, получается, уже установлен вверх, и установка мелких деталей наверх корпуса, сборка верха, трос, установка троса. Так, гусеницы. Гусеницы у нас даны в наборе виниловые. Как их, получается, смонтировать? Вариант. Установка башни. И вариант. Последний вариант у нас, получается, собранная модель. И варианты окраса. Варианты окраса у нас даны на 4 модификации, получается. На 45-й год Венгрия, март 45-го. Также март 45-го тяжелотанковый батальон Данцик. Дальше дана вариант декабрь 44-го года. Это тяжелотанковый батальон Арденны. И тоже еще раз декабрь 44-го тяжелотанковый батальон Арденны. Вот, с инструкцией все. Далее у нас декаль. С декалью никаких проблем не возникло при тестовой сборке данной модели. Все прошло отлично. Все приклеилось, все просто отлично. Ничего не рассыпалось, как многие там. Все просто отлично. Далее у нас пакет с литниками. В данном наборе у нас
4, сейчас, 5, 6 литников. Ну и тут даны верх, низ корпуса и башня. Гусеницы пока отложим. Давайте начнем обзор с литников. Это у нас получается будет сейчас башня. Покажу. Сначала литники с башней. Тут все отлично. На башне даны сделаны сварные швы. И очень хорошо они сделаны. Так, каких-либо дефектов нет. Следы толкателей находятся внутри. Далее у нас получается низ башни и боковины корпуса. Так. Следы толкателей находятся внутри. Все пролито отлично. Антенна тоже хорошо пролита. Недоливов или каких-либо дефектов я не вижу. Все замечательно. Далее у нас дан, это получается низ корпуса, низ ванны. Также тут сварные швы имеются. Красиво сделано. Следы толкателя внутри корпуса будут находиться. Так, дальше у нас верх корпуса. Верх корпуса у нас такой вот. Также наверху сделаны сварные швы, очень приятно, красиво. Они все равно эту модель украшают. Так, следы толкателей находятся внутри. Обои, недоливов или чего-либо такого не замечено. Так, далее у нас это 4 одинаковых литника. Это литники с катками. С катками и с деталями ходовой части. Они все абсолютно одинаковые. Я их предварительно осмотрел, поэтому я вам покажу только один. В конце видео будет фото. На фото будут все литники указаны. С детальной фотографией. Так, здесь у нас мелкие детали пролиты хорошо. Облоя нет. Так, толкатели будут находиться внутри катков. И большой литник у нас получается, да, ствол, который выполнен в виде двух половинок, трос пластиковый, из пластика. Вот, и далее. Так, тут у нас также все хорошо, облоя нет. Следы толкателя будут находиться все внутри. Каких-либо дефектов нет. Все отлично. Далее нам даны виниловые гусеницы. Многие на них ругают вообще, в принципе, на винил. Но для, допустим, новичка это вообще будет идеал. То есть, если вы покупаете модель в подарок кому-то, даже не задумываясь, берите это, будет хороший. То есть, винил состыковался при тестовой сборке отлично. То есть, никаких проблем со стыковкой не было. Гусеницы пролиты очень хорошо, детализация у гусениц, то есть очень хорошая, как снаружи, так и внутри. Это очень порадовало. Вот. Еще раз хочу вам сказать, что данная модель очень качественного OSM выполнена, поэтому как подарок, допустим, или для себя, это будет очень отличная модель и в коллекцию себе, и кому-то в подарок будет приятно получить такую шикарную коробку с такой шикарной моделью. Все, всем спасибо за внимание, ожидайте наших следующих обзоров.